точно. Смиритесь, друзья мои. Мир процветает, и мы ничего не можем с этим поделать. А знаете, почему мы ничего не можем с этим поделать? Потому что мы не врачи и не ученые. Access granted. Пока-пока. Увидимся. Thank you.
Access granted. Access granted.
Ты из Ребятонга? Нет. Я просто тусуюсь в канализации, потому что здесь пахнет вкуснее, чем у меня на кухне. Еще дурацкие вопросы есть? Подожди. Но если появится, обязательно задам. Где паренек? Мы считали, что его держат в комплексе Bell Tower в верхнем городе. Но, как оказалось, проныры задергались. Они испугались Тонга и перевели его сына в более безопасное место. Разве есть место безопаснее штаб-квартиры Bell Tower? Скоро узнаешь, Мейка-Жень. Его держат неподалеку отсюда, в подвале старой макаронной фабрики. И освободить его будет непросто, потому что за ним смотрят люди посерьезнее охранников из Bell Tower. Это воины, специально обученные, с лучшими имплантами. У меня такое чувство, что мы с ними встречались. Если это так, у тебя есть запасной план? И есть запасной план, друг мой. Тонг тебе не сказал? Если Bell Tower выяснит, что в этом замешан кто-то еще, ситуация в Нижнем Хэнша сильно обострится. И Тонг согласен, что жизнь его сына зависит от способности какого-то одного человека? Не совсем. Когда найдешь сына Тонга, передай ему это. Он знает, что делать. Теперь иди. А не то опоздаешь еще. Thank you.
Access granted.
отец, неужели нельзя меня побыстрее освободить? Мне тут скучно до слез. Ну давай, отец, неужели нельзя меня побыстрее освободить? Мне тут скучно до слез. Access granted. Ты сын Тунга? Так уверяет моя мать. Но ты не из Белтауэр, и ты не китаец. Могу ли я предположить, что мой достопочтенный отец решил перестраховаться и прислал за мной тебя вместо своих сборщиков? Отличное предположение. Уходим отсюда. Вряд ли получится. Насколько я знаю, у Белтауэр там много вооруженных людей. Возможно, тебе удалось избежать встречи с ними, но, по-моему, здесь куда безопаснее. Без обид, американец. Без обид. Я и сам не в восторге от наших шансов на успех, но когда я поспел в них усомниться, мне велели отдать тебе это. Ну и ну! Молодец, отец! Это все меняет, при условии, что устройство правильно собрали. Ты готов отправляться? Мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что это за устройство и что ты собираешься с ним делать. А тебе не объяснили? Неудивительно, учитывая, как отец любит всякого рода тайны. Если ты еще не в курсе, его сборщики переделывают современные технологии для своих целей. Если ты имеешь в виду, что они крадут их у одних и продают другим, то я в курсе. Не скажу, что я это одобряю, но далеко не все перепродается. Иногда устройства разбираются, и из них собираются более полезные вещи. Например, переносные приборы, которые работают и без вживления в организм. Только я до сих пор не знаю, что это такое. Проще показать, чем объяснить. Ну что, идем? Сначала ответь. Как людям Белтауэр удалось тебя похитить? Что ты имеешь в виду? Брось, парень. Я, конечно, не в курсе всех дел Триад. Но могу поспорить, твой отец вот-вот станет головой дракона. Вряд ли кто-то мог так просто прийти и забрать его сына. При обычных обстоятельствах ты был бы прав. Но в данном случае это я вот так просто пришел к ним. Ты хотел, чтобы тебя похитили? Почему? Скажем так, я не разделяю любовь отца к имплантам. Я считаю, что они опасны, и наша семья не должна столько в них вкладывать. Но отец считает, что я должен, как у вас говорят, пойти по его стопам. Поэтому нужна смена обстановки. Не совсем понимаю. Тонг Сихунг никогда бы добровольно не отпустил своего сына. Надо было убедить его, что мне необходимо немедленно покинуть Хэнши. Так ты подстроил похищение. Ты играешь с огнем, парень. Направляя отряды на Белтауэр, ты подвергаешь риску все население Нижнего Хэнши. Возможно, так и есть. Но ты здесь, чтобы меня спасти, так? Значит, пока мой план работает. Так. А еще, чем больше у тебя власти, тем быстрее она ускользает из рук. Я постараюсь это запомнить, американец. А теперь идем?
Да, только не отставай. У нас с твоим отцом осталось незаконченное дельце. И если я не доставлю тебя целым и невредимым, ни хрена не выйдет. Об этом не беспокойся. Я прослежу, чтобы отец выполнил обещание. Может, даже и сверху что-нибудь даст. Я благодарен тебе за помощь. Но с этого момента каждый сам за себя. До встречи!